Так, ну что ж, друзья, всем еще раз привет, кто к нам только присоединился. С вами студия КСЛ ТВ. Пока только Страйк с вами сейчас должен подтянуться, ну а мы потихонечку начинаем наблюдать за всем происходящим в матче Fnatic против команды Тита. Напомню, это, наверное, это однозначно центральный матч сегодняшнего игрового дня. Карта определена, это будет Инферно, как вы могли уже заметить. Ну и, наверное, давайте ознакомимся с составами команд. Что там происходит у нас? Титан, Existence, Smiths, Shox, NBK и Scream. Команда Fnatic — это Pronox, Devil Walk, JV, Schneider и Flusha. Так, вот наконец-то подлетел на Игорек, успевает он все четко. Эх, подтягиваюсь. Общался с Ангелом. Ангел выразил надежду, что... А ну-ка поделись, это интересно. Что на этот раз... Русскоязычный стрим с ЕМС будет качественным с крупного турнира. Такую надежду выразил. Ну, нам остается только надеяться. Надеяться, да. То, что нас опрувнут, нам доверят, мы не подведем. Так, ну, что они не начали никак, не могут? Нет, вот мы ждем все-таки, когда начнется у нас сайт-пик. Когда команды будут рубиться за сторону дефенса, напомню. На Инферно также является сильной стороной. Сторона защиты и... Нам предстоит узнать, вот буквально через несколько секунд, кто же будет начинать за дефенс, а кто будет атаковать. Ну, мне кажется, для такой карты, как Инферно, удобно, да вообще не важно. Вот мне кажется, здесь будет заруба по-любому. Так, старина Existence, счет завис. Знаешь, последнее время что-то не радует Фнатики. Ну вот после победы на DreamHack, наверное... Никто не мог пророчить им победу на столь крупном турнире. Фнатики как-то немножко поникли. Может, это был какой-то, я не знаю. На самом деле, я скажу так, вот с точки зрения игры, активной игры, да, когда ты постоянно играешь, постоянно себя показываешь, как это делали НИПы, да, то есть я считаю, что Fnatic, да, молодцы, они обыграли своих принципиальных оппонентов в Йончопинге зимой, но по вот, как бы, по респекту, по авторитету игровому, я считаю, что команда НИП, например, не сдала позиции, играет регулярно онлайн. А вот Фнатики подсдали, стали участвовать больше в шоу-матчах после полученной ими славы. И от регулярок многих стали отказываться, но остались на StarLadder. Плюс игровая форма команд непонятна, потому что анонс второго крупного чемпионата за всю историю Counter-Strike. И, конечно же, тут далеко... Тут, короче, выиграет тот, кто реально хочет ехать на LAN. Скорее всего, так и будет. Есть еще такая теория, что Фнатики специализируются особо крупным турниром, вот на примере DreamHack и EMS One Katowice. Но это, понимаешь, это до поры до времени, потому что вот как бы уровень игры, он растет в геометрической прогрессии, да. Люди играют, уровень растет постоянно. Ну это, да, это вообще людей, да, 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 последнее время просто. Это нон-стоп. Если, например, они один чемпионат затащили, при том, что в финале, я замечу, в финале они играли с командой, против команды, которую знали как облупленную. Это их соотечественники, НИП. Если вот второй раз они думают, то, что вот такая шара может зайти, да, то они просто от недостатка опыта смогут не пройти какую-нибудь топ-128 Португалии, зато выиграть у них в группе, да. А в плей-офф развалятся от какой-то команды, которая просто не готова. От каких-то кванмистиков, например. Ну да, да. Но самое главное, что все европейские команды попадают в ситуацию 50 на 50, потому что Америка в действии, Австралия в действии. Ну вот за Австралию, честно, переживаю. На самом деле вчера АСД играли с ними праки, и австралийцы тоже плотно попадают. Сейчас да, уже они нет команд, которые как-то вот блекло выглядят. Я помню, это КС с самого начала и видел, как играли команды, поэтому сейчас, да. Сейчас совсем другой КС, сейчас уже это просто приятно смотреть. Так, и посмотри, что у нас складывается в пистолетном раунде. Команда Fnatic делает упор на прием Б-плунта. Три игрока находятся именно на этой позиции. Ну а, зааркадили и пропустили весь мид, и посмотри, сейчас просто на контролах. На шифтах 15 и не знают, что они там. Ой, боже, ой, какой ой. Провал сейчас светит Фнатиком. Полностью отдают, а. Да подожди, подожди, мы сейчас французы натупят, не поверят счастью и побегут на Б. Нет, не побежали. Нет, побегут на А, поставят бомбу беспрепятственно и будем ожидать выбивания от команды Фнатик. Но вот уже интересно, с самого начала матча мы видим нестандартные действия от обоих коллективов. По-моему, это просто лол и все, и, короче, я не знаю. Так, Шнейдер. Шнейдер забирает Шокса. Ну все, можно начинать выбивание. Фнатик приступает, 2-2 выходит, 20 плюс ковры. Вот с ковров сейчас самый активный расклад. И Смитс ловит пачку от Шнейдера с прыжка.
Шнайдер видит, Натан Смит, Докс, ну и Дуркок раскидывает, Фнатики просто божественно справляются. И в итоге, в коврах, точнее нет, в больших песках остается последний экзистенс, бомба депузится на морозе, Пронокс. Он пытался попасть по Проноксу, но, как видим, удача была на стороне Фнатика. Единственное преимущество тоже грамотно принимает последнего экзистенса, потому что затопал 1-0. И посмотри, вот мы говорили о том, что в онлайн-части... Вот такие команды, как Fnatic, Титаны, не будут выкладываться на полную. А вот что это было? Это действительно был четко нашифрованный раунд от команды Fnatic. И они уже потихонечку начинают раскрывать свои козыри прямо перед EMS One Katowice. Возможно, кстати, решили запугать заранее команду просто Fnatic. Сейчас французы или наоборот. Такое тоже ведь могло так, быть. Так, агрессия на медле от команды Fnatic. Перестрелка со сливающими игроками Титанов. Ну и Devil Walk логично делает первый минус. Я вот пытаюсь все попасть в дашборд на нашем вещательном компьютере, пока просто не могу этого сделать, ладно. Безуспешно, да? Ну безуспешно. Вау, Шнейдер с вертушки забирает экзистенса, но должен упасть. Французы, в принципе, нещепетильные, играют достаточно нестандартные для себя эки. Обычно они выжимают максимум на таких картах, как Inferno, Dust 2, но здесь что-то со шведами решили сыграть адски быстро. Итак... В третьем раунде закупается команда Титан. Ну, все логично. В пистолетом была поставлена бомба, и это способствует бай-раунду в третьем раунде команде Титан. И посмотрим, как же парни его разыграли. Так. Так, смотрим на карту, что происходит, как растягиваются у нас игроки обеих команд. Как видим, укрепление Аплунта на этот раз от Фнатиков. И первая агрессия пресекается Смитсом. Подловил JV, скрим, минус... Плюша. Шнайдер попытался закрыть на коврах вдобавок ко всему, но в итоге 4 в 2 и выход на апленд может омрачить только Пронокс, который удачно ловит бомб керри, но не справляется с прикрывающим Смитсом. Devil Walk. Один против троих остается Devil Walk. Ну, Devil Walk не клатч мастер. Посмотри, по голове попал в скриму или просто красный скрим вышел. Попал, попал. Нет, скрим был красный, а вот второму человеку он попал, при том, что очень-очень плотно. Тем временем финны кикнули рефлексы своей команды Энс, о которой все просто знают и прям мечтают посмотреть матч с их участием. Слушай, финские команды. Вот у нас нет датской команды и финской команды на StarLadder. По-моему, надо в следующем сезоне наверстать будет. Ну вот, если честно, я бы хотел видеть все-таки датскую команду. Ну я тоже, но потому финскую, что... Потому что финны какие-то неорганизованные парни. Они антиорганизованные. Они читают правила, они совсем знакомятся. Я помню, вот ситуация прошлого сезона реально просто меня не то что выбесило, но я ржал просто на этих людей, как сумасшедший, потому что я первый раз такую антилогику видел. Они читают правила, в правилах прекрасно написано, что за 24 часа игра подтверждена автоматически, если они ее отменили. Они не приходят на матч, и чувак мне пишет этот Насу в Твиттер, прям пишет, говорит, чувак, мы не можем сегодня играть, знаешь, у нас День независимости в Финляндии, поэтому прости. Вау, спасибо, что предупредил, да, вовремя? Да, вовремя, парень, короче. Ну и в итоге это ТП, а потом просто дисквалификация, естественно, это уже был третий раз, они там вроде пропускали. Ну, короче, финны, знаешь, вот как обычно делают пользователи в интернете, вот любое принятое соглашение, я согласен. А вот ставят тем... эту галочку и... А вот тем временем выход на Б. Вот Титанов там, по-моему, задело то, что закрыли НБК плотно Фнатики и пытаются сейчас дать ответку на стрельбе. Но стреляться, конечно, с такими грандами вот Б-плунта тут уже бессмысленно. И, как видим, 3-1 Фнатик оставляют за собой пока что преимущество. И... Да, Флюш своевременно ворвался на хвпу, сделал два последних минуса. И да, 3-1. Титанам не удается закрепить успех. Фнатики моментально переламывают ход поединка. И вот тут непонятно, заставили ли они команду из Франции сливать. Да, это будет эко. Это будет эко. Так, мы будем надеяться, что сейчас Титаны не будут бежать быстро. Титан, кстати, тоже неординарная команда. Вот в США они проиграли американским коллективам, но те на своей земле, плюс о Титанах уже было известно практически все. Что будет на StarLadder, я даже не знаю. Да, кто же пробьется в финал, и действительно, вот остается очень таким вот тяжелым и непростым вопросом. Который ответить сможет только время. Ну, французы очень сильно хотят, на самом-то деле, они сразу сказали, вот пропуская прошлый сезон StarLadder, сразу сказали, что очень жаль, что у них так получилось с организацией, потому что не было, там реально просто не было денег на то, чтобы доехать на лан-финал, и команда, вообще команды не дают ответа, если у них нет этих денег, будут они играть или нет. Ну, вот тогда ВГ нас предупредили. Ну, они жалеют то, что пропустили сезон, но в этом сезоне хотят приехать и зажечь. Так что будем смотреть. Киев понравился парням. 4-1. Скрим в попытке забрать еще один девайс на эко-раунде попадает Пронокс по голове, но был красный скрим, и Пронокс без особых проблем с первого же патрона вырубает оставшегося скрима.
Так, что у нас будет происходить теперь? JV покупает снайперскую винтовку. Ну вот с помощью такого девайса решили Фнатики удивить французов. Кстати, букмекеры на этот матч однозначными фаворитами поставили команду Титан. Коэффициент 1.2. Нет, подожди, сейчас точно скажу, что там вообще. Да, давай посмотрим, пока Титаны проходят успешно. Так, смотрим. Ой-ой-ой, это АВП! АВП стояла на двадцатке, у Фнатик перемещается на ковры. Если попробуют Титаны продавить его, то это будет просто эпик. И посмотрите, NBK и как раз таки туда Скрим идут туда, титаны. Дальним стрейфом идет чек, и JV рано стреляет, но его должны были давить под флешку. Смещается, понимает то, что будет выход. Выходит первый, попадает по первому. Второй, нет, не выходит завестись нормально, но скримы разменивают очень быстро. Шокси. Вот человек имба должен сейчас зажечь, и тут же попадает на Шнейдера. Не выходит у французов играть в их быструю атаку, и, по-моему, пора сбавить темп. Экзистенс, что скажет Кэп? Да, Кэп один против троих забирает Devil Волка, который пытался помогать своим тиммейтам на пленте. Но толку-то бомба лежит на двадцаточке, даже не на двадцатке, а вообще на сигарету легла. И курица вот бегает с бомбой. Ну, план убить курицу, взять бомбу, но тут еще двое, что делать? Да, и вот чем дальше, тем печальнее ситуация для Экзистенса. Остается красный, понимает, что сдаваться дальше не стоит, или все-таки до конца будет играть Экзистенс. Он еще пытается выцеливать, представляешь, на кольте уже. Ну, 25 секунд. В общем, Фнатик выбросили вообще все, что у них было. Почти вот последняя флешка осталась у Шнейдера. Не знают просто, сколько хп у Экзистенса. И Экзистенс не уходит от этой флешки. Его цепляет Флюши на стрейфе. 5-1. Фнатик пока играют в свободный КС. Так, коэффициенты. Итак, что по коэффициентам? На Титанов, так как и говорил, коэффициент 1.2. На Фнатик дают 3.8. И можно пока было... они ведут со счетом 5-1. Но это всего лишь первая половина. Да, во второй половине может быть все иначе. Мы это знаем. Вообще, Титан умеет бороться, но не ясно, в какой они сейчас форме. Не то, что в форме, вот отношение к онлайн-матчам. Но опять-таки, вот такие команды, как Титан, Фнатик, АСД, Нави, ВП, кто еще? НИП, да, эти команды вот между друг другом, когда играют, там реально КС. Потому что вот именно этих очков может потом не хватить для выхода на лан. И будет очень, будет очень много смешных ситуаций. Кстати, жду от GamePub. Тот выхода год... на лан-финалы? Да. На самом деле, мне кажется, что с учетом того, что некоторые могут себе позволить играть два турнира в год, такие парни, как GamePub, могут, понимая это, могут просто собраться и выиграть все старладеры и вообще все, что будет. Параллельно вот пока проходить. Видели только один матч с участием команды GamePub в 9-м сезоне. Это была игра против Miami Gaming, в которой просто без шансов выбрали бравые сербские парни своих соперников из Эстонии. Со счетом 16-2 все закончилось. Так, сейчас зачекали французов. Ну и это будет, по-моему, да, Куролес. Все, будет каша Малаша сейчас под дугой. Так, дигл от Шокса. Один против пятерых. Шокс с Eagle Blade. И Шнейдер есть последний минус. 6-1. С медла французы не ушли. Ну, просто знаешь, Фнатики действуют очень агрессивно. В пистолетном поджимали, в третьем поджимали. На эко-раундах зажимают Титанов. Просто не дают вздохнуть французским игрокам. Ну, это пока. Хотя вот я смотрю сейчас на Натана 0-7, и я думаю, что NBK, по-моему, явно не в форме. Явно это его не лучший день. Вот кто об этом заботится, уже проблема менеджмента, наверное. Так, Живи, попытка свалить кого-то на банане. Так, ну вот не дают им бить NBK, и опять залетает флешка, которая портит все. Играет NBK, тем не менее, уверенно против ВВП, и напугал сейчас изрядно плотно Фнатиков. Стянули Живи. Тем временем атака пытается пройти на плент Шокси. Все зависит от него. Убьет ли он на коврах? Шнейдера видит? Нет, Шнейдер! Какая реакция? Просто божат. Божат шведы сейчас на этой карте. И ничего с этим не могут поделать. Ну и посмотри, Шнейдер. Есть второй минус коврах. Забирает скрима Флюша. Тем временем минусует NBK. NBK просто как на завтыке. Не узнаю я здесь Натана. И французы, не кинув ни одной флешки, стоят в коврах, как пушечное мясо. В итоге понятно, чем это закончится. Знаешь, вот мне кажется, что, по-моему, Фнатики очень хотят к нам на ван-финал. По-моему, да. Я думаю, что Devil Волк хочет приехать и снова одолжить у меня пару кабелей. Кстати, Devil Волк, если смотришь эту запись, где мой HDMI кабель, который ты у меня забрал со своей командой? Верни, пожалуйста. Верни, пожалуйста. Предлагаю еще обратиться в передачу «Ищи этот». «Ищи это». «Ищи это». «Ищу HDMI кабель». Да. А давай сделаем передачу «Ищи это». «Ищи меня». И там, прикинь, приходит Игорь с фоткой Шнейдера. Там, где ты? Потерял друга, унес с собой HDMI кабель. Нет, Devil Волк унес кабель. Позитивный чувак на самом-то деле. Я с ним тут общался недавно, на Фейсбуке что-то вгрузились в разговор о медведях и России. Так,
Наконец-то опенфраг удается сделать команде Titan. Smith подвалил, поджимающего Devil Волка. Тут, по-моему, сейчас Пронокс будет подлавливать команду Titans. Да, если... по случаю флешек врываются Титаны на Пронокса. NBK. Наконец-то есть первый минус в его исполнении. Ой-ой-ой. Сразу же нашелся Натан. Забирает еще и флюшу. Слушай, ну он вот 4 раунда, которые я видел в его игре под Б, он явно был недоволен тем, что от него все ускользали, тайминги в секунду проигрывались. Что, Фнатик будут сейвить, конечно. Такое давление оказали на Б-плейн сейчас. Выбивать 2 в 5, это просто равносильно тому, чтобы не выбивать. Лучше засейвить. Самоубийство это равносильно. Шокс должен был подловить Шнейдера и сделать свой первый фраг, ну, но нет. Ну, по-моему, сегодня Шнейдер подлавливает всех, кто пытается подловить его. Ну вот почти второй зашел. Да, с первой пули попал Шнейдер в голову. Смитсу? Ах, точнее, Экзистенс. Или нет, не в голову. А ВП от GV, ну и тут понятно, что... Не дали засейвить Фнатиком девайсы, 7-2, титаны потихонечку собираются. Какой же комфортный счет для титанов, мне интересно, если они позволили с собой, как с половыми тряпками, всю первую половину, ну, большую часть первой половины обходиться. Ну вот парням сейчас надо закрепить свой успех, дабы наладить экономику, ну, я вижу. Дабы заполучить более благоприятный счет. Вижу, ну, Смитса, а ВП вполне это себе спасет агрессивную дугу от Фнатик. Но Фнатик поменяли немножко стиль игры и ушли сразу в глубокий деф. Пронекс давил волком, Шнейдер так, GV на пуше, тоже с ВП. Посмотри, заходит на коврики, если его не прочекают, это будет минус. Скрим идет очень медленно и будет раскидывать. Знают то, что там будет стоять этот парень, слышит флешки GV, отдает позицию. Вот это идеальная хрень от Фнатик. Я не знаю, как это назвать. Смотреть одно удовольствие. В секунду просто читаются действия шведами. Так. Вот пошел теперь уже более... Агент 008. Ну, на самом деле 028, но... Агент на ковра. 028. Ну, можно сказать, что 008, потому что... 08. Раньше Скрим было проще 08. Опять-таки же опенфраг делает французская команда. NBK забирает Пронокса. Так, и ну... не спешат французы заходить. Так, ну и Фнатик сейчас понимает то, что это АП скорее. АА или Б. Посмотри, бомба все еще на Эми. Французы сами не поняли, где убили, походу. На все про все остается 35 секунд у французской команды. Смитс поднимает бомбу и будут атаковать АПЛЭН. В котором находятся два игрока команды Фнатик. Смотри, в пятером в Шнейдера заходят. И ого. Шокс, ну... поздравляем Шокса. Наконец-то удалось в 10-м раунде первой половины сделать первый фраг. А вот Флюша сейчас подыграл. Подыграл своим тиммейтом. Ну, подыграл против Титанов. Забрал экзистенс на 20-ке, проскользнув в дым. Но, тем не менее, уверенность это не дает и не придает действиям команды Fnatic. Флюша будет сейвить, Devil Волк тоже. Принято решение не лезть. Вот он еще умудрился дождаться элемента 1 на 8. Красочный персонаж, красивые сказки, Шокс. Ну, знаешь, я никогда не забуду, когда они на лан-финалах здесь у нас, вот, на StarLadder'е 7-го сезона раздавали. Я как вспомню Шокс, который там тупо под 50 выбирался и... раскидывал буквально каждый. А как они АД? Ну, да, АД, как они тогда отработали? Просто, вот, по-моему, без шансов. Парни, там даже нечего комментировать. Итак, попытка титанов не дать засейвить девайсы. Шокс находит Devil Волк, а вот Флюша не дает себя в обиду и забирает Смитса в ответ. 7-3. Авик остался, деньги есть на один девайс на раунд. Смотрим, ход за Фнатик, GV достается Авик обратно. Вот если в поджим на играть не будут, то у них будет все мега круто. Они смогут, во-первых, сдержать преимущество, во-вторых, уже играть от плунта. Потому что, по-моему, агрессивная серия раундов уже не такая, как бы, не такая эффективная против титанов. Те тоже сменили просто стиль и уже просто знают, куда смотреть и где ждать. Надо менять стиль игры. Посмотри, решили на миди отыграться. Ой-ой-ой. Смитс минус GV. Вот оно АВП, которое сейвили стараниями двух игроков, ушло в никуда. Титаны в этот момент нашивают дугу, прошивают плотно тачку. Вот под это дело была бы неплохая аркада, но и ее тоже не произошло. И самый главный эпизод, это вот этот парень, он же Шокси, который играет роль Devil Волка, я бы сказал. Потому что Фнатик в атаке тоже его оставлять любит именно в этой позиции. Действовать будет пассивно на минуте. Так, посмотри, врыв под флешечку от Пронокса. Экзистенс все контролирует. И... реально врыв. Он так лежит, как будто врывался всю ночь за этой тачкой. И посмотри, как же четко перестраиваются Фнатики. Принимали бы плен втроем. И сделали два минуса, в итоге выровняли немного ситуацию. Шок с тем временем... начекал аплэн, ты, ну, понимаешь, что здесь никого нет. Флюша на Б удивил, и вот Шнейдер ловит тайминг, в него влетает дым, он забирает Шокс на песках, идет на 15, тут еще двое, он знает Шнейдер об одном. Шнейдер не отпустит его титаны, 2 в 2. Так, уходит от гранаты Экзистенс, испугался, надо было крыть Смитса, вот эпик момент, и Флюша минус 4 в раунде. Вот, вот она игра от Флюша с ВП. Флюша просто the best.
The Best. Нет слов. 8-3. И Титаны в попытке дать борьбу вновь были сброшены в колодец. При том, что не в пустой. Фнатики настолько четко читали все происходящее в этом раунде. Вот потеряли игрока на пунте. Это был JV с ВП. После этого вдвоем хладнокровно продолжали оставаться на Б. И даже не то, что вдвоем, а к ним пришел еще и третий. С этим третьим отлично выбили бананы. После этого взяли раунд. Это вот действительно пособник по чтению игры своих оппонентов. Вот команда Фнатик. Французы вновь пытаются сыграть медленно, вновь пытаются сыграть с причеком аккуратно, но ничего не выходит. Вот, по-моему, конек французской команды реально в микроконтроле в выходах на плынты. Вот играют, играли так буквально совсем недавно до DreamHack, а две команды. Это НИП и Титаны, они же в XVG. Но сейчас практически каждая команда может нормально микрить и понимать вообще, кто что смотрит при агрессивном выходе. Так, ну вот, может, сейчас будет раш Б, и вполне возможно повезет. У Фнатик не очень хорошей позиции. Но опять-таки же, Плюша уже на хелпе, и Фнатики готовы принимать заход на Б-базу втроем. Плюша, есть опенфраг, забирая Шокса, который пытался ворваться в респаун. Плюша, тушит лица. Но он увидел всю банду. Бомба встала, скрим, надежда на Дили сейчас у Титанов. Бомба стоит на него, он прячется на кафеле. Экзистенс вообще где-то обходит церкви, да, ну церкви. Ну вот я не знаю, что здесь должно произойти. Титаны взяли раунд, Смитс. Ой-ой-ой, убили Б! 2 в 2, вот это да! И будут заходить Фнатики с церкви вдвоем. Шнейдер ломает первого, скрим дает ответ, 1-1. Важный раунд, и скрим слышит, слышит последнего JV. Но JV очень четкий стрелок, и может сейчас просто выжить, выжить максимум. Разводит, разводит дерганием. Но скрим не ведется, аккуратно стреляется, время заканчивается, все. Это взрыв бомбы, и скрим реально спасает команду Титанс в этом раунде полностью и абсолютно. Но Экзистенс и его пистолет... Фантастический раунд от команды Титан. Просто оставшись вдвоем против четверых на Б-пленте с поставленной бомбой, парни каким-то чудом выкрутились из этой и выбрались из этой ямы. Вот еле-еле, но во многом благодаря экзистенсу. И теперь Титаны понимают то, что сломали экономику оппоненту. И все будет зависеть сейчас от Фнатик. Если удивят на эко, то Титанов можно будет притормозить. Если не удивят, то это 9-6 или 8-7. Адская борьба во второй половине. Ну что же, снайпер команды Фнатик, а именно JV, должен как-то проявлять активность в этом раунде. Ого, вот эта активность проявил, называется. Кстати, попал по Шоксу прострелом, забрал 34 хп. Посмотри, куда встал. Вот самое печальное, то, что он стоит сейчас там, куда полетят гранаты, полетят дымы, полетит все вообще. Ну, вы видите, выход на центр, а ВП JV не работает. Не попадает в первой попытки, Шокс моментально его за это наказывает. Ну и французская команда совершенно свободно проходит ярд и заходит на точку, где с больших песков сопротивление в лице одного игрока, и надолго его тоже не хватит. В общем, Devil Wolf пытается запереть в дыму. Да, ну, да, без такая потерь берут эко-раунд команды Fnatic. Правда, было даже... Команда Titans берет без проблем эко-раунд команды Fnatic. Вот у меня в голове крутилось это. Так, ну смотри. По деньгам-то все равно все плохо у Фнатиков. Плохо. Они могут на последний раунд остаться без денег просто, а французы... Но рискуют Фнатики, это отчаянные парни. Посмотри, попытка сыграть агрессивно на банане Пронокс вместе с Devil Волком. Да, идут в поджим, и никто не контролирует этот поджим. Так, а вот у Шнейдера опять все хорошо. Шокси немножко его сейчас исправил. Плюша. Слушай, разбирается мидл, по-моему, как-то... Так... JV на коврах забирает Шокса. 2 в 3 ситуация. В меньшинстве игроки команды Фнатик. JV попадает по голове и взрывает скрима, лол. 1 в 2. Пронокс. 1 против 2. Смитс и Экзистенс. Ну вот сейчас есть реальный шанс половить Экзистенса. И бабах. Есть. Минус. И слышал. Он слышал, слышал дым. Все, понимает, то, что бомба ставится. Ой-ой-ой. Отличная флешка. Залетает в фуэнт. И нет. Смитс все-таки все контролирует. Он, наверное, думал, то, что бомба будет ставиться немножко не так. Хотя флешка, по-моему, была очень хорошая. Ну и смотри, что у нас в итоге получается. Фнатик отлично начали, лидировали просто с феноменальным разрывом, но в итоге Титаны с помощью, не знаю, парочки волевых раундов все-таки вытаскивают, и счет уже практически равный. 8-6, и нас с вами ожидает последний раунд первой половины, и посмотри, просто кучу дрободанов у команды Фнатик в арсенале, только Плюш с пистолетом, все остальные, 3 Максим и 1, и 1 Нова. Это типа, если спрашивать, как вы будете выигрывать, АД говорили 5 АВП, то здесь будет 5 дробовиков. 5 Нет, 4, дробовиков. 4 даже. Я даже не знаю, вот за кем смотреть. Шнейд, давай смотреть за Шнейдером. У него неплохо заходило с него, и, наверное, именно он... Ну, просто к нему пойдет выход.
А нет, французы будут проходить через зелень с помощью кучи дымов. Шнейдер натыкается кого-то. Ну вот что тут произошло? Шнейдер! Ай-яй-яй, Шнейдер два раза просто наткнулся, ничего не смог сделать. Живи тем временем выровнял ситуацию, надо было брить угол, не сбрили угол, Живи Сака обходит плент. 3 в 4, нужен фраг, Devil Волк стреляет просто в никуда. Просто отдается. Ежики в тумане, сплошной раунд проходит в дыму у игроков обеих команд. А вот Живи вполне себе перехватил инициативу. Пока держится уверенно на стрельбе, но на реладе его ловят. Да, не отпустили французы JV, остается в живых только Пронок против двоих игроков, меняет девайс. Ну и 8-7. 8-7 в первой половине. Не так уж плохо Титаны сыграли, с учетом того, как все для них начиналось сурово. Смотри-ка, смогли собраться, ответить агрессией на агрессию, медленным раундом на медленный раунд. Самое это главное... посмотри, главный, один из самых крутых игроков команды Титан, а именно NBK, вообще не попадал в первой половине. Шокс также был незаметен. 4 фрага, 12 смертей, 2 ассиста. У NBK немного похуже статистика, 3-2-12. Но это не помешало Титанам в первой половине сыграть с очень-таки достойным результатом. Да, такие дела. Ну что ж, смотрим дальше. Вот 3 MVP у Шнейдера за игру. Слушай, мало, мало MVP на самом деле. Мне вот интересно, когда Valve будут эту всю суперсистему по очкам фиксить, потому что, по-моему, пора уже. То знаешь, тут смотрели, сколько там, не то что смотрели, играли даже на ММ, да, человек убивает троих, другой просто ставит бомбу, которая взрывается MVP в шар. Говоришь? Да, 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 то, что MVP это какая-то неправильная немножко система. Ну, то есть надо в нее что-то конкретное включать, мне кажется, а не просто там за какие-то позитивные действия. Ну да. Ну, например, там игрок... Чувак мог... убивает четверых, второй дефузит бомбу и получает MVP тот, который раздефузил бомбу. Это ну да, несправедливо. Или должны быть какие-то внутриигровые награды, потому что реально, ну, непонятно. Ты можешь, стоя на месте на респауне, взять раунд и не получить за это MVP, хотя именно ты живой, и ты его взял. Ну, на самом деле, вот знаешь, мне кажется, что все-таки топовые игроки вообще не парятся по поводу MVP, им по барабану. Да, но казуальный игрок не понимает, а вот за что дается. А для казуального игрока это действительно важно. Ну, да, важно, но люди-то не понимают, почему конкретно это происходит. Так, это... Просто вот мы не успели. Выход на Б. Проморгали два минуса от команды Титан. Да, выход на Б. И что же, попробуют Фнатики установить бомбу или все-таки будут мансовать? Ну, JV сейчас им расскажет, как надо играть за КТ на этой знаешь, карте. Знаешь, такого я давненько не видел. Просто на морозе в дыму при двух живых игроках команды Титан Фнатикам удается поставить бомбу и... Ой-ой-ой, сбривает JV Натана в респе. Это смертная бомба для... Что это такое? Это как... сущий бред, чувак, я не знаю, как так получилось. Смит пушит JV, на тебе в голову, и на тебе тоже сладенький. JV, который обошел в этом раунде с церкви, убивает четверых игроков. Натик поставили на морозе бомбу в дыму, и французы в шоке. Я не понял, что за действия были от Смитса и Скрима. Эти два парня сидели на Б-пунте, дали спокойно поставить бомбу. Просто снимали на камеру, как разбирала команда Фнатик тиммейтов Титанов. Ну и, собственно, проиграли раунд. Не везет. Не везет, да не то, однако. Не везет, это сплошной провал какой-то. Сумбур в действиях. По-другому это не назвать. Так, ну что ж, теперь французы будут внимательнее. Ну, сейчас, смотри, фармганы взяли. Вот не согласны Титаны с тем, что сейчас их обманули. Итак, по пистолеткам счет 2-0. Фнатики впереди, но впереди всего лишь на 2 раунда. И вот как раз-таки экономически от Титанов это шанс. Шанс вырваться вперед с более комфортным преимуществом. Так, ну посмотри, Фнатик боятся играть быстро. Просто боятся. Так, чек на миде, и NBK спалили с девайсом. Неудачно. Хорошо сыграло 15. Разменялись по хп на равных. Но да, у Фнатик... Красный NBK и красный Пронок. Самый, знаешь, какой прикол, почему французы сейчас могут тупо поиметь Фнатик? Потому что у них одна флешка, у шведов одна флешка всего до конца этого раунда, у французов их две. Ну вот оно что, Флюш убивает Б. Скрим хотел сыграть на инфу, сыграл. На Б пуша нету, мид атака продолжается. Но бомба стягивается. Минус 15. Ну вот JV уже практически решает исход этого раунда. Забирает Шокса, забирает Смитса. Живых остается NBK Existence, которым ничего не остается, как не знаю. Ну, сделать хотя бы парочку минусов. Это как утешительный приз для команды. Ну, Existence попытался сорвать на удачу. Ну, и ты его находит, его довел лог, счет 10-7. Эко-раунд. Слушай, провалился. Это неприятно, ты в дым, тебя с дыма. Только ты не попала, в тебя сразу в голову. Кстати, посмотри, по деньгам видно, что французы в предыдущем раунде закупались на полную. Ну да, да, двушки остаются. Двушки остаются. Но они бы в любом случае, наверное, двайка играли, если бы, конечно, даже если бы не закупались, по-моему. Они бы не стали там
делать какой-то волевой бай при таком счете, потому что пока ситуация рабочая. Но время идет, раунды уходят. У Fnatic уже 10, и это разница в 3. Один девайс на раунд может просто Титан составить за пьедесталом 10 раундов, и тогда уже будет все плохо. Там уже просто с экономикой можно манипулировать. Экономикой защиты очень просто и легко. Так, Джей отлично. Ви, просто общими усилиями Титаны задавили на главки. Вроде бы ничего не предвещало беды. Джей Ви спокойно контролировал главочку и не пускал оппонентов в спину к своим тиммейтам. Но 4 просто нарисовавшихся Титана разгромили бедного несчастного Джей Ви и оставили его того просто в недоумении. Ну, на 3 пистолета еще и Шоксака, отлично, подлов лавки. Все, теперь уже можно бояться Шокси. Узнаем господина Попилана, смотрим на Смитса. Будет ли второй юз? Да, в голову зарядил, ой-ой-ой, Флюша на минус 70, Шокс. Есть еще один минус, забирает Devil Волка, и ситуация уже просто критическая для команды Fnatic. Existence тем временем пришел на помощь, и французы уже уверены в этом раунде. Но команда Fnatic дерется, АКМ Шокса, и вот он, подобранный девайс, минус 4 за раунд. Шокси сыграл как имба, 10-8. 10-8, и наступать на пятки Титаны будут с самого первого раунда. Слушай, взяли эко, на котором не закупались. Где нахрен логика в этом матче? И ничего, собственно, не предвещало беды. Как так? Как так отдались Fnatic? По-моему, у них присутствует какая-то, я не знаю, аура везения. Вот у Фнатиков была конкретная аура невезения. Так идеально разыграть против закупного эко, разобрать все нычки, разобрать А, разобрать Б, и так отвратительно просто развалиться на пленте. Даже до главки ведь не дошли толком, да? На двадцатке все закончилось. Главку-то прошли, но с такими потерями. Так, и смотрим, что же будут делать у нас Фнатики. Полностью закупаются парни, это выход на плент. И как его исполнят шведы, давайте смотреть. Вот я смотрю, как принимает сейчас Смитс, и, по-моему, не все очень хорошо. Шокс. И суппорт сигареты, влетают дымы. Короче, команду Fnatic тупо загнали в угол сейчас французы, и те пытаются отбиться, как раненые звери. Под Б-плантом, тем не менее, остается Флюша до последнего момента. И Fnatic все-таки план Б будут тоже так же пытаться реализовывать. Да-да-да, будет реализован план Б с бомбой. Стягиваются на Б, два остаются на А. Да, и задачу минимум, посмотри, выполнили. Стянули Existence на плент, хотя вот только сейчас Existence возвращается. И если Scream наделает там... Французы засчитали стяжку на Б. Но Existence не успел выйти в позицию. Влетает флешка на... И оп, хорошая флешка. Скрим чекает, но никого не видит. Слышит ЭКМ. И Fnatic начинает выходить. Убивают катушки. Existence просто сдается сейчас и принимает решение Скрим спрятаться и не палиться. Объективен. Скрим объективен. Это очень правильное решение. Бомба все еще в центре. Замечает Скрим Devil Волка. Без шансов вырубает. Но на пленте Шнейдер и Джей Ви просто зачистили вчистую. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут-то подумали сейчас французы, что угадали, но угадали поведение французской команды Fnatic. Слушай, обманули дурака на 4 кулака. Ну, какой-то двойной развод получился. Вот даже я поверил, что это будет заход на Б-плент. Чувак, Fnatic были на шаг впереди, по-моему, с первой секунды этого раунда. Потому что так держать под напряжением Аплен до последнего момента, стянуться на Б, и когда вот вроде бы все, выйди в Б, убей Скрим и поставь бомбу, взять, стянуться на, убить А, когда того не ждали игроки команды Титанс, уверенно разыграть. Да, очень четкий раундес получился у команды Fnatic. Тут... Ну и Смитс просто... Не знаю, ничего не остается этому парню, как заставить свой девайс. Тут даже не пахло какими-то спонтанными решениями, их не было. Такое ощущение, что Fnatic уверены в том, что... Вот они их дергают, как облупленных. Типа, знаешь, постреляли на Б, ага, малыш стягивается, все. Услышали, отлично. Закрыли, пошли на А, там меньшинство, там убили. Опять перетяжка пошла. Жесть, надо менять Титанам что-то сейчас в защите и желательно начинать с опенфрага играть. Так, ну и форсбай в исполнении французской команды. NBK по-прежнему остается с пистолетом, а вот все остальные тиммейты будут вооружены по полной. Скрим, ну вот это было сейчас, вы видели, что было. Шанс был у Скрима просто сделать опенфраг. В итоге Fnatic убили его и начинают вплотную зашивать Б. 2 в 2 по плентам французская команда. На агрессии нет. Он БК играет до контакта. Шокси тоже, чека нет. И выход на Б может быть действительно непредсказуемым для Титанов. Existence будет играть вместе со Смитсом. Не самые сильные игроки на самом-то деле. Так, ну и раскидка будет или нет?
Слушай, Fnatic просто сейчас терпит. Терпит до последнего. Дымов, по-моему, не осталось. Да, нет, дым есть у Existence. Вторая волна атаки намечается на Б-планете у команды Fnatic. Вот дымы и флешки будут залетать. Ай-яй-яй, как тебя просадили, просто жесть. Это было жестко, Смит треснул и получил за это в голову. Пронок забирает Existence вчистую. Заходят на Б-план Fnatic, ну и... 12-й раунд для этих парней. Вряд ли здесь удастся что-то сделать Титаном. По-моему, сейчас команда Fnatic проверяет Титанов перед лан-первенством. Вот и явно Титаны проигрывают все. Вот посмотри на NBK, точнее, не на NBK, а на его статистику. Да. В первой половине NBK сделал всего лишь 3 минуса и продолжает терпеть во второй. Вот что-то сегодня, по-моему, не день Натана. Вообще не идет игра. 3 на 17. 2 MVP. Всего лишь 3 фрага. Я в NBK статистику хуже видел только на Copenhagen Games, когда они должны были пройти финал, но проиграли датчанам, которые в финале взяли 4 раунда у НИП. Вот все, что я помню. Реально. Напоследок не дают засейвить девайс последнему Титану, и у французов намечается эко-раунд. 12-8. Ничью просим, как кто бы сейчас сказал, но... Все зависит сейчас только от французов. Они 13-й отдают по-любому. Ну, если только не берут сейчас пистолеты, которые маловероятно взять, с учетом того, что Fnatic на пике концентрации понимают то, что французы сейчас действительно раздавлены. Минус Existence. Нет, да, 49 осталось. Фнатику залетали. Там, по-моему, 3 даже гранат залетело, если но, я не ошибаюсь. По-моему, на дамаже вот только сверху. Убежал Existence от верной смерти. Devil Walk открывается, забирает все того же Натана Смита. Ну и все, выход на Б, по-моему, без проблем, да, минус скрим. Existence на дереве. Ку-ку-ку-ку. Пикачу, Пикачу, я промазу. Ну, в общем... Шок, всем временем подловил на главке Devil Walk. Ну вот знаешь, Фнатики разносторонне действуют. Они просто понимают... Держат в напряжении сразу два пвента и... Получается у них вот так. Ну, французы в атаке пытались сделать то же самое. Реально то же самое, но уверенности у них не хватало. Ну как, не то что уверенности, а не выигрывали перестрелки просто на атом, когда ходили на Б и наоборот. Вот самая главная проблема. По пингу все ровно, у шведов даже похуже. Дэйв Волк играет из дома, у него 60. Город называется Юмия, где он живет. 3-4, 46, 39, 40. Ну полтос, у французов вообще все великолепно. А, я как понимаю, сервер французский. Нет, скорее всего немецкий. Вот у шведов такой пульт на немецкий сервер. 13-8. Ну, у французов на французский сервер, я думаю, был бы пинг где-то 5-15, не больше. Ну, может быть, они как-то подчиперили, я не знаю, или еще что-то сделали. Вообще, можно консольными командами сделать пинг 5 на табе, а на самом деле он будет 65. Такие вот есть фишки. Ну, привет, Вальф. Знакомишь меня, как с таким делать? Я вот хочу лично исправить свой пинг. Подрубишь АИМ, зайдешь на матчмейкинг, будешь убивать и говорить, да я на лане, парни. Чё вы? На лане. Ёпта. Смит, так, тем временем, на банане забирает Пронокса, Флюша не дает уйти Смитсу и дает минус в ответ. Но на Б не ломится. Там, кстати, двое и 3-2 была расстановка сил, нестандартная. Без классики решили обойтись Титаны, по-прежнему вдвоем на Б. Вот Мид сейчас нужно бы поджать французам, и если они заберут Devil Walk, то все вообще божественно для французов, все есть для того, чтобы дать ответку по счету. Вот в этом раунде точно они должны забирать 2-2 по плунтам, но если будут ошибаться и аркадить, то будет полная борода. Так, вот это вот уже интересно, GV. Да, подсадочка, чтобы прочекать Б3, и никого там не видят игроки команды Fnatic. Ну, прострелил на Верочку, но... Неверна его задумка. Эх, 2 на Б. Existence плюс скрим. Скрим в нышке. Existence будет выжидать. Влетают первые флешки на опен. Fnatic начинают заходить потихоньку, не спеша, тихо шифером шурша. Так, кто же будет принимать первое? Ну вот скрим в щелочку должен начекать JV. Или JV все-таки в эту щелку заберет скрима. Ну нет, скрим дальше не должен вылазить. JV все четко делает. Контролирует за Б3. А вот остальные тиммейты ждут. Каких-то активных действий. Ну вот, а два тиммейта сейчас команды Titans взяли на планте и просто присели. Тут пахнет разменами, но спасает ситуацию опять-таки скрим. И Шнейдер остается 1 в 3. Неловкий момент, 8 секунд, знает о скриме. Ну, будет прятаться, наверное, сейвить АК или попробует поставить. Не, пробует уйти в церковь. Да, секунду до конца раунда. Титаны берут
Девятый в атаке. Слушай, терпение у Фнатик просто течет из 10-литровых ведер. Вот что я скажу. Терпит вот до нужных моментов прямо. Ну вот прям жестко. Тоже на самом деле очень четко. GV контролировал за B3 скрима. Existence продолжал оставаться за первым же ящиком на B-пункте. И сделал ключевой минус, что позволило команде Титан заполучить заведомый раунд. По-моему, азарт этого матча 90 левел плюс между игроками, всей десяткой. Так, Шок Смитс против GV. Чек 15, тайминг для GV. Врыв 20 через смог, пусто. Идет заход. Нырнул нормально, можно брить плен. Смит закрывает 15, смотрим на GV. Заходит в точку, не чекает плен, нет, чекает, сносит Шокса. Бомба ставится в углу, очень-очень неудобно и плохо. Пытается зайти Смитс и повлиять на ход ситуации. Ну вот знаешь, непонятно, зачем Смитс лезет в одиночку. Он думал, что бомба ставится в центре плунта, и он должен был закрыть бомб-кэрри, чтобы бомба не встала и выиграть пару секунд. Скорее всего, из такой логики исходили Титаны. Но тем не менее, 3 в 3. NBK старается, но этого мало. Скрим, врыв, плент. И вот сейчас должен сыграть угловой игрок атаки. Это GV, который бомбу ставил по самому тупому. Разводит экзистенс и перестрелка. Но тот выигрывает. И GV, танцуя, просто не справляется со стрельбой. Ну вот, не надо нажимать на Ctrl-K. Стреляешь. 13-10. Это борьба. Это борьба, да, в этой встрече. Да, продолжают бороться за очки в этом матче. Так, ну вот наконец-то потихонечку начинают заканчиваться деньги у Фнатика. Вы его следующего... Наконец-то дождался, да, когда закончится? Ну вот реально, сколько? Два раунда подряд брали Титаны, и по-прежнему остаются деньги у Фнатика. Ну, они ставят бомбу. Вот самое главное, что ставят бомбу. Многие этого не делают, забывают про этот момент. Так, смотри, интересное укрепление на веб-пункте у Титанов. Скрим, NBK, Existence находятся на банане. Existence выпускали под флешечку прочекать быстрое занятие от Фнатиков, но там пусто. И Фнатики уже занимают главку. Если зачекают сейчас Смитса, по-моему, его... должны это сделать. Да, там, по-моему, можно было увидеть хит-пиксель. Так, был ли хит-пиксель, непонятно. Ну ладно, пытается играть Шнейдер. Выпадает вот сейчас Смитс, ловит тайминг и не убивает Шнейдера. Ай-яй-яй. NBK вот тушит. Просто все под... дусочку команды. Все, Existence дает моменталку. Там сейчас будет развал просто от Смитс с NBK. NBK даст уйти, дает уйти Шнейдеру 3 в 4. В этот момент на Б-плент врываются в скрима игроки атаки. Флюша третий в стеке забирает скрима. Ставится бомба 2 в 3. Что за жесть? Что за жесть, а не игра? Бомба просто то на А, то на Б. Так, смотрим, какие позиции занимают Фнатики. Шнейдер на банане, Флюша в темном. Ну и, в принципе, такой раунд можно тащить. Ну и начинаются 35 секунд тупика для команды Титанс. Экзистенс. Прочекал, увидел и закрыл. Все, не будет тупика. Хотя Шнейдер еще может... Нет, Шнейдер не даже пойдет, не полезет. Понимает, что на троих соваться не стоит и лучше засейвить свой АКМ. Правильно. Красавчик, конечно, но... тем не менее, 13-11. Так, смотрим на финансовое состояние. Ну да, вот как раз-таки у Шнейдера будет на дроп девайса. И после бомбы все. 6 тысяч у Пронокса. Это можно закупаться. Вообще, давайте введем допы на Старладере, и эти команды будут играть до послезавтра. Я уверен в этом. Так, выбрасывают лишний гранат сейчас французы. Смит, Шокс. Выход на центр очень быстрый. И если у них нет АВП, но они не шьют. Смит попадает под спан прострелов, дым от атаки. И у него уже... Первый дэмэдж залетел именно к нему. Пронокс раскидывает ковры. Ну, в общем, Фнатик всесторонне занимают аккуратно первую половину карты, а вот за вторую уже, по-моему, придется подраться. Заметил, что французы не играют закрыто пассивно, как они действовали на прошлых чемпионатах. Они вот в матче с Фнатик просто уверенно играют с 15, с 20-ки. Да, пытаются навязывать агрессию и... после чего только начинают заходить более стоевые позиции, дабы дать время на перетяжку своим тиммейтам. Ну вот двойка на больших песках поставила атаку на 20, а Фнатик в тупик. Теперь двойка будет... Так, смотри, что делают Титаны. Агрессивный выпад на главку, Смит забирает Шнейдера и уходят французы. Все четко пока у команды Титан, но если также, бы... также четко все и у Флюши, который закрыл скрима на Б. JV минус Смитс. Перетяжка. JV забирает Шокса, просто в одиночку развалил аплент. Игрок, который должен был быть замыкающим, оказывается просто, я не знаю, фраг-лидером. Смотри, 1-1 по плантам остаются, NBK не убивает. Ну вот зачем лез? Куда ж ты лезешь? NBK убивает еще одного, уходит с угла, Devil Walk последний. Это жесть, NBK проснулся, друзья, это интрига.
Ну тут надо 13-12 делать. Все, Devil Волк потерял. Потерял как нить к стрельбе. МПК. Просто последние пули. Devil Волк стреливает в НБК. 8 секунд. НБК великолепно играет. И если бы не вот его третий фраг в этом раунде, когда он выходил на мидл, казалось бы, выпрыгивал прямо на прицел к оппоненту, то все было бы очень хорошо у Fnatic. Но наконец-то они играют эко. Ух. Ну вот наконец-то мы дождались, когда включился Натан. Не хватало действительно Титанам своего капитана. Своего лидера. Лидера атак. Капитан NBK. Но он не капитан. Но он лидер явно. Но это... Как про него отзывался один из игроков. Вот я не помню, кто из профессиональных, из европейских. Сказали, что NBK это единственный... А, Гидрайт вроде говорил. NBK это единственный игрок сурс-сцены, который вообще не играет как сурсер. Вот он играет как тип просто в 1.6 просидел всю жизнь. А сурсеры чем отличались? Они тупо бегают и стреляют, бегают и стреляют. Да, вообще команда Very Games отличалась от всех сурс-игроков. Вот действительно, практически все, кто был в составе ВГ, они играли на уровень выше всех остальных команд. Ну да, да, да. Ну это чемпионы. Первое время. Первое время. Модель игры похожа, но 16 раундов это КС. Поэтому без тактики, стратегии команды ничего не сделать. Так, ну что, скрим мастер-класс, прием АБ плента. Да, бомб кэрри падает и... Ну все, Fnatic не смогли выйти в дым. Ну да, попытка отчаянно ворваться на флэнк от команды Fnatic заканчивается 5 минусами, хотел сказать, безответными, но Шнайдеру все-таки Шнайдер красавчик, просто выждал момент, пошел второй. Ну давай, 1-3, это твой раунд, детка. Смотри, 25 секунд до конца, бомба валяется на кафель. Ему бы флешку одну. Но он тут проигрывает Б3 и кафелю синхронному, поэтому никуда не идет. Все смотрится у Титанов. Да, сейвово стали Титаны, понимая, что больше терять девайсы не стоит. Впереди еще есть парочка раундов, за которые надо цепляться. Ну вот идут... еще одна голова идет дальше. Шокси, привет, Шокси. Нет, Шокс справляется. 13-13. Титаны сравнивают счет. И вот на последних секундах этого раунда можно сказать смело, что команды-то играют 50 на 50. Потому что был, ну, был в начале, наверное, первой половины небольшой недобор от французов. Но они реабилитировались. Во второй половине пистолетку забрали Fnatic. При том, что сыграли ее идеально. Ошиблись на одном эко. Французы не перевернули. Перевернули во втором эко, но потом не смогли закрепиться. И вот сейчас игра уже пошла 50 на 50, когда обе команды практически весь свой максимум показали в первой и вот во второй половине, середине второй половины. Что будет дальше, уже дело просто техники и дело случая больше, чем что-либо другое. Я уверен, что никто не завтыкает прочекать, например, лево при выходе на 15. Ну да, это не уровень команд, которые играют сейчас на сервере. Такие ошибки они не допускают. Так, Existence 99 ушел свободно, не позволил под эту флешку сделать раннюю прокидку команде Fnatic. И... Ой-ой-ой, гори-гори ясно, флюшу, чтобы не погасло. Дым, молотов. Опять антилогика от команды Titans. Так, ну посмотри, пытались Титаны ворваться под флешки на бананы, делают это все равно. Дым взрывает флюшу. Но скримы моментально разменяли. Шестое чувство Пронекса. Он придет, он такой. 4 в 4. На медле по-прежнему тихо. Вот Fnatic это немножко задачит. Б выходить, рисковать. Кстати, очень-очень скользкая ситуация для французской команды. Если проиграют сейчас Титаны раунд, то на следующий денег не будет. Я хотел, знаешь, сейчас вот просто поорать ради смеха. Devil Волк, первая курица, минус, вторая, минус. Он бежал и резал куриц на втором медле. Всех зарезал. Все, курицы мертвы, пора атаковать на Б, говорят Fnatic. Ждали они Devil Волка перетяжку и в итоге... Смитс отличная флешка, Царская просто в кавычках. Флешка от Смитса, ну и смотрим. Пронекс на морозе просто ставит бомбу, два игрока врываются в респаун. И как же так? Просто под носом у Смитса установлена бомба. Ох уж эти Fnatic, ох уж эти артисты. Народные артисты Counter-Strike сообщества из Швеции демонстрируют сейчас действительно блистательный выход на Б, но с поджимами, ну вот о поджимах не подумали, да? Devil Walk, минус NBK, Смитс. Ну вот так вот все заканчивается. Экзистенный шок. Сделал два последних минуса. Команда Титан берет 14-й раунд. Невероятно напряженный раунд получился для Титанов. Да, в очень. В какой-то момент показалось, что ну никак его не взять. Ну вот он переломный момент. 14-13. Что может быть лучше, чем обломать на Инферно лучшую... Че? Впервые, кстати, в этом матче. Да, впервые в этом матче. Титаны выбираются вперед. Ну, что может быть лучше, чем обломать чемпионов DreamHack'а на StarLadder'е в одном из ключевых матчей сезона? Курица жопой бежит на Пронекса, но его это не смущает. И он сейчас думает о том, как его команда будет выводить игру на 14-14. Кстати, ничья, ой-ой-ой, как здесь не исключена. Хотя, если
вот весь топ-6 разойдется, ничего, что же будет потом? Тем временем, Фнатики в составе из троих игроков занимают ковры. Смит не попал с СВП по проходящему игроку, и что же будут делать дальше шведы? Так, смотри, шведы очень интересно играют. И они не знают, то, что Шокси сейчас может просто на перехват сыграть смело. Он ждет, когда закончится первый дым, видит прострелы. Смитс. Забирает Девиловка на 7. Шокс. Живи! В дыму все-таки заметил Шокс. Но он не заметил, да. Там дым просто закончился, никто его не продлил, и Шокси ошибся. Но он думал то, что двадцатка прошла. Он как раз-таки развеивался, и первый его увидел. Джейви. Да. Но надо было продлевать. Но... Не было тиммейта рядом, который мог этого сделать. Итак, ситуация 4 в 4. Опять-таки же супер напряженный момент. До конца раунда 35 секунд. Вот под флешку должен был ворваться Смитс, в итоге его снесли раньше, все. Ну, на NBK весь апленд, я не знаю, что может быть для него. Вау! Ну, и здесь занимают апленд Фнатики, будут устанавливать бомбу. Пойдут ли выбивать Титаны? Это сейф. Не, это сейф, это сейф. Да, это сейф девайсов, там экономика уже не позволяет просто сейчас играть верно. Ну вот, три игрока, бездарный NBK в паре со Смитсом действовали. Почему накидывается моменталка и игрок защиты выходит раньше, чем эта моменталка? Непонятно, непонятно. А вот если бы он вышел вовремя, он мог бы увидеть и уйти, либо увидеть убить и уйти, либо увидеть сдохнуть, но это было маловероятно, так как игроки атаки были бы флушены. А так он просто вышел, сдох и влетела флешка, и два игрока атаки белые. Ну вот такой вот технический брак, и Фнатики сравнивают счет в этом матче. А был реальный шанс вырваться вперед. И, точнее, не вырваться вперед, а заработать ничью. Как минимум для своей команды. Terrorist win. Ну что ж. Выбираются французы из минусов, но Фнатик догоняет. 14-14. 14-14 и 29-й раунд этой карты, этого матча. Что может быть жестче, знаешь, я не знаю. Было уже куча центральных матчей тура. И вот этот матч наконец-то оправдал свои ожидания. 14-14. Интрига просто зашкаливает, кто же заработает очки в этом матче. Или все-таки команды поделят их на двоих. А такое вполне даже возможно. Ой-ой-ой, как возможно. Ладно, смотрим. К выходу на центр сейчас будут готовиться против NBK и Смитса Фнатики. И смотри, они, по-моему, хотят... Они верят в то, что смогут сыграть быстро. NBK, шестое чувство. Да, нет. Обрыв под флешку NBK забирает Шнейдера. Пронокс опять-таки же разменивает своего тиммейта Шокс. Тут зависит сейчас от того еще, когда Шокс сыграет. Ну, первого он закрывает, второй на него падает. Но Флюша ставит четкий хедшот. В планте Смитс будет сидеть до последнего в углу. Ну вот если Смитса не проверят, а походу этого не сделают Фнатики. Да-да-да, походу Джейви увидел голову Джейви. Ай-яй-яй, ошибка от Смитса. Его позиция сейчас кроется двумя АКМами. Один из них отвлекает на себя внимание. Его тиммейты просто не успевают подойти. Неужели вот так вот провально закончат французы? Неужели не возьмут вот этот свой долгожданный 15-й раунд, которому... Да, ах, скрим великолепно! Убивает большие пески! Уходит на Джейви. Джейви даже не ожидает соперника с пяти. Или нет? Или слышит? Он просто сейчас будет на пукане сидеть. И титаны думают то, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, безвыходная ситуация для Джейви. Забирает экзистенс, ожидает скрима с семи, а скрим... Ах, скрим попадает! 15 хп у Джейви! Это жесть, Джейви! Джейви терпит, тупо терпит! Разводит пистолетом, скрим пушит! Пули есть, но все-таки проигрывает в стрейфе GV и 15 раунд за командой Титанс. Невероятно напряженный раунд наблюдали мы с вами. 15 раунд для команды Титан и Фнатики. Отыграют ли матчпоинт? Единственный матчпоинт в этом матче. Эпик. Final раунд. Ну теперь точно последний. Так, у Фнатиков, что у Фнатиков с деньгами? Все неплохо. Ну, вот смотри, 4 АКМа, все на вторых арморах, куча раскидки. Дэвил Волк тоже с АКМом, да, не кинули братана. А вот у защиты нет, так, нет Авика, но его и не было. Так, ну и чем же закончится этот замес? Ну, вот честно, как по мне, вот, вполне было бы логично, если бы здесь была ничья. Но французы хотят заработать 3 очка, Фнатики хотят зацепиться хотя бы за один. Один пункт в турнирной таблице. Так, ну что, Шокс начекал двадцатку, будут пытаться, да, пытается ее держать под контролем, но его Шокс нормально прогреет. Закидали гранатами, 4 хп остается у Шокса. Ну, перехватить инициативу должен был Натан Смит, который в упоре пропускает, тем не менее, Шокс закроет, нет. В этот момент экзистен занял мидлу, все, зашел в спину, французы готовы выждать и выбить Фнатиков, но... Шокса должны начекать в больших песках, да, Шокс при этом забирает Пронокса, выбивает из того бомбу, ситуация 2 в 3. В меньшинстве находится французская команда, опять-таки же тот же тандем, экзистенс и скрим. Бомба все еще в больших песках, времени просто куча и... Экзистенс забирает живи. 2 в 2. Ну понимает Флюша, что сейчас будет очень тяжело. А вот скрим сейчас едва-едва не проиграл, боится обхода с 15, садится
В Думу ждет. Devil Волк ждет Existence. Ну что ж, падает флешка от Existence. Шведы ждут. Шведы ждут, терпят. Бомба могла уйти, но об этом еще Титаны не знают. Ждут установки. Бомб Кэрри не прошел. Все, двоих заметил скрим. Играет 1-2. Вот Existence за это время должен был просто убежать с ковров, сместиться и сыграть с удобной позиции, но, по-моему, ах, ничья. Ну, да, это вполне логичный результат. Обе команды заслужили очков в этом матче. 15-15. Match of the day заканчивается с ничейным счетом. Вот такие вот дела. Ну и мы с вами увидимся на матче не Paces через несколько минут. Оставайтесь с нами, далеко не уходите. Raise your hands up high.